Вот, я в роли давилки. Посмотрите, не показывай меня, показывай ноги в резиновых сапогах. Как бы, в принципе, настоящий народный способ это просто давить ногами чистыми. И мы вымыли резиновые сапоги и давим ими. Идея такая, что нужно не чувствовать под ногами звуков лопающихся ягод. Но я еще пока чувствую. Вот, вот такой народный способ. Интересно, что true motto Маасерот отделять отделение для коинов и отделение для левитов. И все отделения от этого винограда, из которого мы хотим сделать вино, нужно только в тот момент, когда будет уже готово вино. Потому что все то время, пока вино не готово, это считается, что мы не закончили процесс. И поэтому отделять не нужно. Но если мы сейчас вот отделим какую-то часть для еды, то тогда от него нужно будет уже отделить true motto Маасерот. Все зависит от нашего желания. Хотим мы этого сделать из этого вино, или хотим это кушать как столовый виноград. Поскольку это виноград, как я понимаю, он и столовый, и винный, то поэтому все зависит от нашего желания. Ну вот, вот такая вот экзотика наша израильская. Спасибо большое.